Педагоги – люди творческие, активные и креативные в любом возрасте. А говоря про молодых учителей, все вышеперечисленное можно удваивать. А потому и формат встречи с начинающими наставниками был выбран неофициальный. Не отступали от него и компетентные спикеры. И именно это решение и поспособствовало созданию дружественной обстановки. От успехов и активности молодых людей зависит развитие района и города. А потому здесь важен точечный подход к вопросу каждого, кто пришел на встречу. Сегодня в администрации Ленинского района собрали молодых специалистов системы образования. Такая рабочая встреча. Хочется услышать их настроение. Какие у них есть проблемы, какие вопросы в социально-бытовом плане. В ответ рассказать, какие у них есть гарантии, чего они могут просить, требовать, какие государство моменты обеспечит их в жизни. Разговор, конечно, хочется, чтобы был в форме диалога. Мы хотим слышать наше молодое поколение, мы хотим, чтобы они нам показывали действительно, где, может быть, мы недорабатываем или что-то можно сделать совсем по-другому. Хотим им рассказать о том, что мы можем, что мы умеем, и рады видеть их на работе в Ленинском районе города Брест. Молодежь могла задавать любые вопросы и получить ответ лично и от главы района, и начальника управления по образованию, и от лидера профсоюзов. Говорили о многом, о правах и обязанностях, гарантиях и, конечно, о заработной плате. Я искренне рада вас видеть в этом зале. Вы все знаете, какой вы путь прошли для того, чтобы появиться, я не побоюсь этого глагола, требить в системе образования Ленинского района. Вся моя надежда на вас, на перспективных, молодых, достойных работать в системе образования именно Ленинского района. Это правда, я вам говорю без лести, без какой-то там, я не знаю, скромности и так далее. Я бы все-таки хотела сделать несколько уточнений. Инна Алексеевна, здесь дело, значит, акцент в первую очередь на вашей заработной плате. Но я хочу сказать, что если вы работаете на ставку, а в основном вы работаете больше, чем на ставку, то ваша зарплата не должна быть меньше, чем 741 рубль. Это не меньше, чем 741 рубль. К 1 сентября на учительский пост заступило 72 молодых специалиста. И многих интересовал вопрос получения жилья и улучшения жилищных условий. Кстати, уже сегодня 9 человек получили всю информацию о том, как решить квартирный вопрос. Так работает обратная связь. В целом, если говорить о работе, никто из присутствующих о своем выборе не пожалел. Это мой очень любимый город. Я из Брестской области, поэтому я приехала в этот город, он мне очень нравился. Я приехала с восхищенными глазами. Встретили меня также в учреждении. Педагоги были очень рады. У них на самом деле не хватало педагогов, как и обычно это случается. Вот, поэтому они очень меня ждали. И ждали как молодого специалиста, потому что коллектив у нас достаточно взрослый, поэтому они ждали какое-то молодое веяние. Вот, и этим оказалась веянием я. Вот, мне очень нравится, надо мною есть педагог постарше, который меня обучает, но также и берет мои веяния, которые я предполагаю я ей. Сначала показалось очень тяжело. Сначала пришла, журналы, тетради, было тяжело. Ну, потом, получается, обращалась к постарше учителям, они мне помогали, объясняли, как, что лучше, когда проверить тетради, когда успеть подготовиться к уроку, и поэтому, ну, со временем все становится только лучше. На первое время было тяжело. Как с зарплатой обстоят дела? Ну, хотелось бы, конечно же, больше, но пока нормально. Встреча получилась насыщенной. Инна Жак, председатель Брестской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки, говорила о преференциях для молодых учителей в своей сфере. Депутат Палаты представителей Национального собрания Леонид Брич сделал упор на сохранение семейных ценностей. Но все спикеры сходились в одном – педагог – это новатор, мудро преобразующий жизнь, исследователь, организатор и руководитель проектов. Это воспитатель, любящий, понимающий и отдающий свое сердце детям. Это молодые люди, они креативные, они другие, и это специалисты системы образования. Мало того, что им в дальнейшем строить нашу родину, да, и поддерживать то, что мы создали, и приумножать, они еще учат следующее поколение. Поэтому такие встречи очень и очень важны. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.